Всем известно, что весной каждая девушка преображается. Блеск появляется не только в глазах, но и на лице. Благо, что такое хайлайтер, уже знаю даже я. Но оказалось, что сиять весной возжелали не только прекрасные барышни, но и джиган. На днях рэпер снимал свой новый клип на трек «Джига должен сиять». Такое название не могло оставить равнодушным нашу съемочную группу. И мы устремились на место происшествия, чтобы узнать, что же заставляет лысину джигана сиять от удовольствия. Джига должен сиять, это в хорошем смысле сиять от, не в плане от софитов, а сиять от хороших дел, от всего, что происходит со мной. Вот. Всех хороших действий. Песня как бы не то чтобы там восхваление, нет. Это true. Это то, о чем я, то, чем я живу. То есть, как бы, это студия, мы будем снимать студию еще, это клубы, в которых я работаю, площадки, люди, поклонники, вот, окружение. Что получилось у джигана, а точнее результат съемок его сиятельства, ты увидишь совсем скоро на РУ-ТВ.